от Роскосмоса до БАМа. Был и дождь, и грязь, и в дождевиках работали, но у всех был азарт. Движение стройотрядов отмечает 50-летие. Двор мечты. Вот уже началась стройка. Ну, в принципе, я довольна. 39 тюменских дворов изменятся до неузнаваемости. Кто оплатит работы? Гулять запрещено. Участок набережной, на котором провалилась брусчатка, еще не достроен и не открыт для посещения. Закон большой дороги. По ихнему закону должно быть все происходить через аукцион. Что препятствует развитию придорожного сервиса в регионе? Подробнее об этом не только смотрите сегодня в 18.00 на канале «Тюменское время» и в 19.30 на РЕН-ТВ.